Сьогодні у нашому денному ефірі ми поговоримо на важливу тему, поговоримо про наше здоров'я і про інфаркти та хвороби серця. З гостею Вікторія Євгенівна Македонська, серцево-судинний хірург. Одрікса, доброго дня, Вікторія. Добрий день. Давайте почнемо з ішемічної хвороби. Так, що це таке, ішемічна хвороба серця? На сьогоднішній день ішемічна хвороба серця – це одне з самих розпространених заболівань, самих грозних заболівань. Серед всіх сердечно-судинних заболівань іменно ішемічна хвороба серця займає 30% по своїй летальності. Ишемическая болезнь сердца – это патологическое состояние организма, когда нарушается кровообращение в мышцах сердца, в миокарде. Связано это чаще всего с патологией коронарных артерий. Чем зумовлено виникнення цієї хвороби та які ризики існують? Прежде всего, это могут быть как наследственные факторы, также высокий риск у больных с артериальной гипертензией, у больных с сахарным диабетом. У больных, которые страдают ожирением, ведут малоподвижный образ жизни. Также люди, которые злоупотребляют никотином и алкоголем. Чому забороняється курити людям із хворобами серця? Я розумію, що курити забороняється всім, але саме у таких випадках це може бути проблемою великою. Дело в том, что никотин, содержащийся в табачном дыме, он вызывает спазм кровеносных сосудов, и тем самым еще ухудшая кровоток в миокарде. Также впоследствии, употребляя никотин, вызывает ломкость сосудов, истончение их. И поэтому у больных с ишемической болезнью у них и так-то все плохо, а еще и никотин делает еще состояние хуже. Яку діагностику та лікування призначають при ішемічній хворобі? Значит, на сегодняшний день это комплекс лабораторных и инструментальных исследований, таких как электрокардиограмма и покои при физической нагрузке, эхокардиоскопия. Но золотым стандартом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на сегодняшний день является коронарография. Это малоинвазивный метод исследования путем пункции артерии на руке. Непосредственное оборудование заносится непосредственно в коронарную артерию, вводится контрастное вещество, и мы в конце исследования точно можем сказать, какие повреждения, каких коронарных артерий и какая степень их. Как распознать взагалі инфаркт, скажите? На фоне полного, скажем так, спокойствия здоровья у больного появятся выраженные боли в грудной клетке, он может покрыться липким потом, могут возникает одышка, также нарушение сердечного ритма. То есть это грозное состояние, которое должно быть сразу диагностировано. И людина має відчути якось, так? Взагалі, я так розумію, що інфаркт – це результат того, що людина не звертала увагу на своє здоров'я, на якісь такі моменти, які були як дзвіночками, так? Опереджали про можливість. Да, бывают случаи, когда больные действительно до этого ничего не ощущали, но в половине случаев больные знали, что у них есть проблемы в коронарных сосудах, но не принимали никаких действий, чтобы их исправить. А які саме дії треба? Як, тобто, розпізнати і попередити такі захворювання? Нужно обратиться, если у вас есть клиника жалобы, обратиться к врачу-кардиологу и пройти необходимые исследования, в том числе и коронарографию. Що потрібно робити, якщо відчули різкий напад задухи або біль у грудях? Ну, в первую очередь, нужно заподозрить инфаркт миокарда, конечно же. Тобто, це такий дзвіночок, да. Так, основний, про те, що... Может быть, у вас началась картина, выраженная боль в грудной клетке. Эта боль может также иррадиировать в руку, в левую лопатку. Нарушение дыхания, нарушение ритма у больных. Найкраще одразу ж звертатися до швидкої. Конечно, так, нужно але... сразу вызвать скорую помощь. Але все ж таки є якийсь період, так, якийсь період, наприклад, людина бачить, що яка проблема, і треба якось допомогти, і так, щоб ще не надати шкоди, навпаки, не завдати цієї шкоди. Ну, поки ви чекаєте приїзду скорої допомоги, звісно, потрібно, во-первых, цьому больному... улучшить его дыхание, если это в него, допустим, на нем идет стесненная одежда, расстегнуть одежду, приподнять голову, открыть окна, чтобы как бы улучшить кровоснабжение, дыхание его. Также нельзя этого человека оставлять одного, желательно под ним наблюдать, потому что в любую секунду, возможно, придется сделать или искусственный массаж сердца, или искусственное дыхание. Угу. Тобто це все ж таки треба мати якісь навички, так, для того, щоб це зробити професійно і не зробити гірше, так. Які є причини виникнення інфаркту, хто взагалі піддається ризику інфаркту? І чи є вікові, можливо, обмеження так, у
Вы знаете, инфаркт в последнее время, как говорим мы, хирурги, становится все молодеет. К сожалению, все чаще и чаще обращаются люди молодого возраста. Конечно, в группе риски находятся больные, которые страдают артериальной гипертензией, больные с сахарным диабетом, ожирением, ведущие малоподвижный образ жизни. Ну, естественно, еще и с наследственной предрасположенностью. Як відрізняються інфаркти? Чи є взагалі якісь відмінності? Чи можна їх відчути, зрозуміти? Ну, на медицинському, скажімо, рівні, да, інфаркт відрізняється. В зависимості від якої коронарна артерія повреждена, його розміри, це первичний інфаркт чи це повторний інфаркт. Но, в общем, мать нужно знать, что бывают и так называемые трансмуральные инфаркты, когда повреждаются три стенки, все три стенки, три слоя миокарда, или когда всего лишь одна стенка. Так вот, именно когда трансмуральные инфаркты, это самые грозные инфаркты, так как повреждается сразу большой объем миокарда, именно эти инфаркты вызывают больше всего осложнений. Как у такому выпадку лекуют людей? На сегодняшний день золотым стандартом лечения инфаркта миокарда является ранняя реваскуляризация этих артерий. Больные такие должны доставляться в центры, которые владеют необходимым оборудованием, навыками, где в ближайшие сроки можно восстановить проходимость коронарных артерий путем ангиопластики, тромбоэкспирации либо установки стентов. Какими взагалі можуть бути наслідки несвоєчасної допомоги? На сегодняшний день есть такое понятие, как «золотой час». Если оказать больному своевременную помощь, открыть артерию и восстановить проходимость коронарных артерий в течение 3-4 часов, то даже симптомы инфаркта могут регрессировать, и в будущем такой пациент вообще не будет испытывать никаких проблем. Если же, конечно, это время упущено, и больные поступают в поздние сроки, то в этой зоне уже формируется некроз с последующим формированием либо рубца, либо аневризмы. Это все в будущем затрудняет деятельность сердца. Возникает такой состояние, сердечная недостаточность. И это в том случае, если, скажем так, больному удалось выжить. Потому что бывают случаи, 20% случаев, к сожалению, острый инфаркт и миокарда заканчиваются летальными исходами. Я бачу, що у вас є такий напрямок, він називається рентген-ендоваскулярна хірургія. Так, важко проговорити, але бачите, вже вмію. Чим взагалі займається цей напрямок і що це таке? Це отрасль хірургії, яка займається путем виконання оперативних вмішачів через проколи крупних сосудів. Тобто це процедури, які не требують якихось великих розрізів. Тобто буквально в будь-який орган у нас має якесь кровоснабження, через яке можна, в общем-то, подойти і виконати будь-яку задачу, чтобы нам в чем бы мы ни нуждались. И это не только открытие сосуда, вот как, допустим, при инфаркте миокарда, целью есть восстановить проходимость артерии. Есть направление эндоваскулярной хирургии, как наоборот, когда нужно закрыть артерию, называется эмболизацией. То есть, к примеру, используется чаще всего при онкологических заболеваниях, то есть когда, нарушая питание опухолями, в общем-то, не даем развиваться патологическому процессу дальше. Какие есть переваги эндоваскулярной хирургии? Ну, во-первых, потому что это, во-первых, малоинвазивный метод. Он не требует большого разреза. Это не требует он имеет больших наркозов. Он Я розумію. Невеличкий надріз, так, взагалі, і людина швидко одужує, тобто вона кілька. Ці методи не требують какой-то длительной реабилитации после операционном периоде. Эти методы эндоваскулярной хирургии имеют минимум осложнений. Все правильно. Чи є відчуття імпланту в тілі після операції? Чи можна робити МРТ, якщо в організмі є стенти? Ні, чоловік ніяк не відчуває ці імпланти, тому що, во-первых, вони випускаються з високотехнічних біоматеріалів, плюс внутрішні стінки кровеносних сосудів не мають чувствительності, а також через півгода ці імпланти покриваються собственними ендотеліями, фактично становяться рідними. Яку ще анестезію, розкажіть, використовують саме під час ендоваскулярної хірургії? Тому що, я так розумію, там може бути навіть місцева, напевно. Чаще всего обычно используется местная анестезия, потому что, опять же, сейчас нам не нужен разрез. Это буквально маленькая пункция артерии. Если больные психоэмоциональные, то мы можем провести процедуру под так называемым медицинским сном. То есть больной ничего не чувствует и, в общем-то... Тобто це не повна анестезія? Нет, эти процедуры не требуют полной анестезии. Які є міфи про вашу спеціальність? Розкажіть.
Ну, наверное, мифов много, но такие, наверное, основные. Это первое, это то, что когда больным рассказываешь, как это все будет происходить, они сейчас это какая-то экспериментальная хирургия. Ну, пытаешься им рассказать, что методы эти начали использоваться еще в прошлом веке, и они постоянно развиваются, и это не новый метод лечения. Да, может, он какое-то время был не распространен, но не новый, и все время развивающийся. Также больные всегда переживают, как это вот сердце, это инфаркт, это через руку, это же страшно. И, а потом, когда процедура заканчивается, чаще всего это было не страшно, почему я не сделала это раньше. Многих смущает слово «стент» или какие-то другие устройства, которые мы имплантируем. Они считают это инородным телом, и как же оно приживется. То есть прекрасно оно приживется. Это хорошие биосовместимые материалы, которые абсолютно никак не сказываются на человеческом организме. Але я так розумію, що ви все одно маєте, людина має так перевірятися через якийсь певний час, тобто проходити якісь аналізи, так, обслідування. Конечно, больной потом находится полностью под нашим наблюдением. После какого бы устройства мы не имплантировались, но все равно, конечно, у нас наблюдается в определенные сроки. Если все хорошо, он приходит, когда ему назначат. Если, конечно, возникают проблемы, он возвращается раньше. И, наверное, вот еще, может, какой-то такой еще есть миф. Это пациенты считают, что это очень дорогостоящие процедуры. Действительно, если посмотреть на себестоимость вот этих девайсов, которые мы имплантируем, да, действительно, они стоят финансово дорого. Но если сопоставить риск операционных осложнений, раннюю реабилитацию и сравнить это, то, конечно, эндоваскулярные процедуры имеют преимущество перед открытыми операциями. Все ж таки, хочу запитати вас як професіонала, як можна запобігти от розвитку хвороб серця, чи треба бігати, та можливо, знаєте, от часто ваші лікарі говорять про здорове харчування, про сон, про спокій, відсутність стресів. Да, смотрите, на сегодняшний день есть факторы, которые мы не можем изменить, к сожалению. Например, это пол. Мужчины болеют чаще ишемической болезнью сердца. Это наследственная предрасположенность. Если уже родственники болели, то уже просто нужно наблюдаться. Но есть факторы, которые мы можем изменить. Это здоровый образ жизни, это контролирование артериального давления, контролирование сахара крови. Следить за массой тела, вести активный образ жизни, считается хотя бы полчаса легкой физической нагрузки в день значительно уменьшает риск развития ишемической болезни сердца. Дякую вам дуже за те, що ви прийшли до нас. Я нагадую, це був денний ефір. Поговорили ми про хвороби серця і як запобігти їм. Дякую ще раз. Це був денний ефір на 7-му телеканалі. Провела його з вами Тетяна Милимко. Усього найкращого.